процесс приготовления виноградного вина. Вот, нужно виноград обобрать и в один большой чан все сложить. Умка, естественно, в процессе. Он помощник. Он помогает очень сильно. Да, Умка уже несколько раз чуть не свернул ящики с виноградом. Пытался уворовать виноград. Увидел, что я его снимаю, конечно, сразу отвернулся. Я не знаю, как он понимает, что я его снимаю, но он сразу отворачивается. Умка. Это вообще... Вот я отошла, он повёлся, я подхожу к нему, он опять отвернулся. Ума. Я не понимаю, почему ты так не любишь, когда тебя снимаю?